Указом президента России от 8 июня 1996 года была установлена памятная дата – День памяти и скорби. По всей стране в 12:15 на одну минуту жизнь замрет полностью. Именно в это время 22 июня 1941 в эфире Советского радио сообщили о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Надежде Башкировой не было 14 лет, когда началась война. Всех мужчин в поселке, включая двух братьев и отца, которому было далеко за 40, забрали на фронт. Фабричных станков и на колхозных полях их заменили женщины и дети. День, который навсегда изменил жизнь миллионов людей, труженица тыла помнит до сих пор. Все волновали, все плакали, не знали, куда себе деть. Это такое вот напряженное было волнение. Все плачут, и собралось весь поселок. Все собрались, и все семьями пришли провожать солдатов-то. Люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века. Отметим, что акция в России проходит 28 раз. Предлагаем нефтеюганцам присоединиться к ней и почтить минуты молчания всех погибших.